Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Так получилось, что я вас уже довольно давно знакомлю с моей коллекцией афоризмов и цитат, которую собирал много лет. Но есть одно «но». Я уже много лет собирал и анекдоты. Но с ними, в отличие от афоризмов и цитат, все не так просто. Нецензурных слов на наших каналах, я считаю, быть не должно. А слишком много анекдотов, увы, страдают ненормативной лексикой. Анекдотов же без ненормативной лексики, которые, скажем так, мне более или менее клянулись, увы, не так уж и много. И поэтому я долго не решался создать цикл публикаций «Анекдоты». И вот совсем недавно мне пришла в голову мысль, почему бы афоризмам, цитатам и анекдотам не быть вместе. Да, приличных, но при этом смешных анекдотов, увы, не так уж и много. Но ведь можно совместить жанры. Так сложилось, что в каждой публикации у нас, как правило, 20 афоризмов и цитат. И так будет и дальше. Но почему бы публикацию при этом не заканчивать еще и одним анекдотом? Так, как думаю, хватит довольно надолго. И с вашего позволения я начинаю эксперимент. Пусть он будет удачным. Переступаю. Вначале небольшой эпиграф в виде картинки. Ну и начнем помаленьку. Кто много знает, долго не живет. Правильная мысль. Но знающий мало, живет еще меньше. Следующую цитату лучше зачитаю. Провозглашая скромность, как высшее благо человеческого характера, каждый верующий неумолимо считает себя мессией и истиной последней инстанции в вопросах, над которыми бьется все человечество. Большое дело, кроме большого ума, требует еще и большого терпения. Следующую цитату тоже лучше зачитаю. Чтобы изменить общество, надо изменить систему судопроизводства. Чтобы изменить суды, надо изменить общество. Интервью Бориса Стругацкого. Новая газета, номер 8. 6 февраля 2006 года. Следующую цитату тоже лучше зачитаю. В конечном счете и магия, и религия, и наука – это всего лишь способы теоретического мышления. И подобно тому, как наука вытеснила своих предшественниц, в будущем на смену ей может прийти другая, более совершенная гипотеза. Сиди спокойно на пороге своего дома, и ты увидишь, как мимо тебя пронесут труп твоего врага. Следующую цитату опять лучше зачитаю. Любой, кто изучал математику, знает, что внутреннее по теории не обязательно должно быть меньше, чем наружное. А любой, кому выпало сомнительное счастье наблюдать, как толстуха натягивает или стягивает узкий для нее пояс, знает, что это верно и на практике. Жизнью надо наслаждаться, а не торопить ее. Ничто так не подстегивает наши древние биологические потребности, как перестрелка, которой удалось уцелеть. Почему это у самых красивых девушек всегда есть отцы и мужья? Все лучшее в жизни дается бесплатно. Кровь черных вдов есть в каждой женщине. Я не собираюсь верить невозможное только потому, что я при этом присутствовал. Негуманность законов природы – это краеугольный камень науки. Разве неизменность законов природы – не бездоказательное утверждение? Односложные слова сильнее многосложных. Смотри речи Уинстона Черчилля. Никакой вывих эволюции не покажется странным, если в качестве сравнения взять способ, которым осьминоги занимаются любовью. Я категорически против насилия по отношению ко мне. Следующую тоже цитату лучше зачитаю. Каратэ многие серьезные формы ведения боя. Бокс несерьезен, так же, как и все, что подчиняется правилам. Они все построены на одном и том же. Атака на прополую, с напряжением всех сил и без боязни. Тут все зависит не столько от умений, сколько от настроя. Наряд женщины неудача, если у мужчины не возникает желания сорвать его. Ну и завершающий анекдот. На границу подъезжает эстонец на машине грузовой с грузом труп. Таможня спрашивает, что везет. Он отвечает, трупы. Что в гробах? Нет, навала. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите в подсказке и на конечных заставках.